Здравствуйте! Этим словом мы желаем вам здоровья, процветания и успеха. Со сцены в день юбилея районной газеты «Ахтубинская правда» Настя Вайрих желает всем здравствовать. Но у нее самой со здоровьем большие проблемы. У Насти онкологическое заболевание, причем рецидив. И сегодня она нуждается в помощи и поддержке. Две клиники, израильская и немецкая, готовы принять ее на лечение. Но денег, необходимых на это, у семьи нет. Я знаю Настю как жизнерадостного человека. Я не понимаю, почему с ней произошло это. Настя очень отзывчивый человек. Она никогда не ждала, чтобы ее попросили о помощи. Она просто шла и помогала. Теперь эта помощь нужна ей. Давайте все вместе поможем Насте. Это могло произойти с любым. Давайте поможем ей. Настене 29 лет. Она же столько много сделала. И еще столько планов впереди. Давайте сделаем немного, чтобы эти планы осуществились. Настя незаменимый человек, и мы все переживаем за нее больше, чем она сама за себя. Анастасию Вайрих я знаю с детства. 13 лет. Она занималась в театральной студии «Студенческий меридиан». Принцип в меридиане среди ребят был такой, когда поделишь радость на всех, ее становится в 10 раз больше. Давайте поделим теперь и беду на всех, чтобы ее стало в 10 раз меньше. Мы хотим все вместе помочь Анастасии Вайрих, нашему большому другу. Я надеюсь, каждый из вас откликнется. Сейчас на экране вы видите реквизиты, которые также можно найти и в газете «Ахтубинская правда». Каждая перечисленная сумма – это шаг, который поможет Насте в ее борьбе с болезнью.